казахстанская «Фабрика звезд» стала для него трамплином в мир шоу-бизнеса. Став одним из участников бойс-бенда The Jiggets, молодой исполнитель начал жить на две страны – Казахстан и Россию. Однако в столь бешеном рабочем графике он даже успел завести семью. И сейчас готовится стать отцом второй раз. О том, как ему удается быть семейным человеком при постоянных гастролях и почему он запретил своей супруге заниматься любимым делом, Равиль Исаков поведает нам в сегодняшней программе. Равиль, да. Привет. Привет! Уже для камер. Очень долго мы не могли начать съемочку, потому что у Равиля что-то происходит с энергетическим полем. И я сейчас узнала о том, что очень часто микрофоны выходят из строя. В нашем случае уже третья петличка на Равиле, но мы, наконец, начали нашу съемочку. Давай ты расскажешь о том, как часто у тебя ломаются микрофоны во время выступления. Периодически происходит такое. И вот у меня как-то с детства это вот я играл в игры там, компьютерные, ходил за дисками, и 80% вероятности, что этот диск не работает, и я пойду его менять обратно. И техника там, компьютер как-то зависнет, там заглючит. Телефон там куплю себе, он там начинает. Вроде новый телефон, там еще с память свободная, ничего не загружено, а он немного притормаживает, там подвисает. Ну, какие-то такие моменты. Но в основном это происходит, когда я либо сильно волнуюсь, либо в ожидании. Вот в ожидании, что сейчас что-то произойдет, и, видимо, энергия выплескивается. Но благо, что эта энергия положительная. И строя техника выходит. Что да, ты, и в нашем случае, расскажи, вот мы поменяли тебе третью петличку. У тебя волнение или ты в ожидании? Волнение. Я волнуюсь, да. Ну, не волнуйся. Сейчас волнуюсь немного, поэтому прошу извинить, если я где-то буду. Нет, ты не волнуйся. Самое главное, мне очень хочется найти с тобой контакт. Мне очень интересны очень многие моменты твоей жизни, твоего прошлого. Да. В целом, мы говорим, конечно, о том, как происходило становление твое как артиста. Ты начинал с «Фабрики звезд». По крайней мере, «Фабрика звезд» казахстанская – это та площадка, после которой тебя узнали уже массы. Да, да. Ну, «Фабрика звезд», скажем так, это был трамплин. До того времени я занимался много чем. Ну, конечно же, музыкой прежде всего. У меня мама – стилист-модельер. И она хотела всегда, чтобы я пошел по ее стопам. Ну, как самый любимый сынок, скажем так. В 16 лет я закончил 9 классов, меня отправляют учиться в академический колледж сервиса. Я поступаю, естественно, не по своей воле, всеми правдами, неправдами, в общем, мы поступаем туда. И так вышло, что все мои эти 2 года, которые я там провел, они прошли в актовом зале. Все мероприятия, все возможные, которые только были, городские... Творческого формата. Мероприятия колледжа, да, все было на мне, и КВНы, и концерты какие-то, и выступления. Я был в поисках. И, в общем, так получилось, что я учебу по специальности запустил. И в один прекрасный день декан пригласил меня к себе в кабинет и сказал: «Равиль, в общем, педагоги на тебя жалуются, неуспеваемость по учебе». И он говорит... Мы посовещались со всеми и пришли к такому выводу, что ты должен поступить, пока не поздно, в музыкальное училище, в музыкальный колледж. В итоге тебя попросили уйти в академический отпуск, и ты параллельно поступал в другой вуз? Да, или ты как просто перевелся? Они сказали, ты в любой момент можешь вернуться, поскольку ты как бы оставила себе положительные отзывы, и учиться, продолжать учиться по специальности. Но коль мы видим, что у тебя очень хорошо получается на сцене и какие-то организационные моменты, тебе нужно попробовать себя. Ну, как бы люди увидели и обратили внимание на это. И за что большое спасибо, конечно, моим педагогам всем. Это действительно, люди не просто как бы равнодушны, а которые переживают за студентов, переживают за будущее своих студентов и учеников.
Вот, в общем, мы приняли решение, я посоветовался с родителями. Конечно, мои родители, за что им огромное спасибо, они меня поняли, вошли в мое положение и сказали, ну, раз ты принял такое решение, раз тебе дают такую возможность, почему бы нет. И я поступаю в музыкальный колледж имени Петра Ильича Чайковского. Конечно, необразованным очень сложно, ну, в плане музыкальном. Музыкальной школы за плечами у меня не было. Инструмента у меня не было тоже за плечами. Хотя это приветствовалось, и даже это надо было. Конечно же, учеба давалась тяжело. А между этим я нашел себе работу в кабаке. Я пел в кабаке, выступал в разных местах, в разных кафешках, которые по сей день существуют. Я перевелся на заочное, так как учеба мне из-за моей необразованности музыкальной давалась очень сложно. Я мог покрывать финансово свое заочное обучение. Конечно же, я сдавал экзамены, как и все студенты. Я приходил просто за месяц до сдачи экзаменов, и на инструментах я играл на ксилофоне. Ну, поскольку это для меня был самый доступный инструмент и, скажем так, интересный. Ты его сам выбрал, естественно, да? Да. Изначально я поступал на вокал, но, к сожалению, я эстрадный вокалист, у меня ничего не вышло в классическом вокале. И меня, конечно же, забраковали как классического вокалиста. Это действительно, этому надо посвятить всю жизнь, и серьезно очень, как бы, надо было подойти к этому и бросить многое, от чего я не смог отказаться. Ну, от чего бы я не смог отказаться. Но ты решил выбрать опыт. Да. Ты сразу параллельно, находясь в колледже музыкальном, начал работать. Да. Начал работать и зарабатывать какие-то деньги. Да, я покрывал, по крайней мере, свою учебу. Учебу сам покрывал. У меня хватало на какие-то мои там юношеские потребности, гуляния, и одевания, и все. И даже я клипы снимал. Как снимал? Как режиссер? Или себе клип, как певец? Ну, мы купили камеру. Конечно, на тот момент у меня был, как бы, скажем так, ну, мои по сей день самые близкие люди — это мои родители остаются. И мы с папой, у меня папа очень хорошо разбирается в технике, он сам проработал на канале очень долгое время. И я говорю: пап, давай снимем клип, купим камеру, там я куплю там билеты, поедем, снимем клип куда-нибудь. И так и произошло, мы сняли клип в Турции. Он есть в интернете, это был 2006 год, если не соврать. 2006 год, мне там 18 лет. Записали песню, конечно, нашли композитора. Все сделали, подработали, и так вот. Интересный твой путь. В итоге как ты попал на «Фабрику звезд»? До этого я участвовал в разных конкурсах. Я ходил и на «Суперстар KZ», я ходил на «X-Factor». Конечно, того, что я имел, мне было мало. Я понимал, что я... мы как все люди, мы хотим большего. Конечно, всегда. Ты пробовал себя. Да. Это те конкурсы, в которых ты действительно можешь проявить себя и показать свой талант. Ну да, конечно, мне хотелось. Но там все было безрезультатно, насколько я понимаю. Да, именно. Все было безрезультатно, я ходил, бился. И вот, наверное, последняя моя была «Лебединая песня», скажем так. Я думал, что это будет последний конкурс, последний проект в моей жизни. Это... «Желдыздар Фабрикас», на которую я попал. В итоге попал. Да, взяли я попал. Тебя. Ну да, вот я пришел на кастинг, и я думал, что если я сейчас, эти люди меня не оценят и не примут к себе, то значит, я, наверное, должен что-то менять в своей жизни, может быть, даже поменять профессию. Да, потому что я всегда хотел, ну, большего. Я понимал, что я могу, что у меня получится быть там, где я хочу. Ну, гораздо как какие-то более высокие вещи. Для меня этот молодой человек является, ну, наверное, братишкой. Он является, кстати говоря, секрет, я не знаю, не секрет, он является родственником Макпалы Сабековой, в общем. Я сестра, я старше него. Моя бабушка, моей мамы, мама, родная сестра его... дедушки, точнее, папы. Я была в жюри «Фабрики звезд», когда ребята собирались. Равиль, наверное, я скажу, его проблема, наверное, была в том, что он не совсем был уверен в своих силах. Но на данный момент, смотря на команду, на «The Jiggets», я авторитетно могу сказать, что Равиль стал лучше.
петь. Он вырос, очень сильно вырос. Он настоящий, он честный. И даже его речь, которую он произносил, когда был финальный концерт в «Фабрике», она меня настолько тронула, что я плакала вместе с ним, потому что он говорил такие правильные вещи, и я прям вспомнила себя на своем конкурсе. Я всегда ему говорила, когда ты выходишь на сцену, ты должен очаровывать всех зрителей. Ты должен улыбаться. Это такая важная вещь. Но сейчас, когда он выходит на сцену, он улыбается во все 32 существующих зуба, слава богу. И я вижу этот рост, я вижу опыт. Это все приходит с опытом. Творческий человек, который стремится к музыке, к самореализации, да, в творческом плане, он всегда придет, если он настроен правильно, а он настроен правильно. Мы очень рады, что у него получается, что он сейчас в группе «Джигитс», и они покоряют Россию, собственно, и не только Россию сейчас уже. И я надеюсь, что он не только в группе сможет себя проявить, что в будущем когда-нибудь он сможет стать абсолютно самостоятельной единицей творческой и сможет петь сольно. Абсолютно не имею права говорить ему, над чем он должен работать, куда он должен идти. Он это сам знает, он сам это чувствует. Я думаю, что... Не думаю, я уверена, у него с мозгами все в порядке. Он знает, чего он хочет. И он будет развиваться правильно. Насколько я помню, закончился проект «Фабрика звезд», и из вас уже собрали коллектив. То есть вы все были участниками этого шоу. Коллектив собрали не сразу. Ну, изначально, конечно, вся съемочная группа, режиссеры все видели, какой огромный резонанс приносит «Мотозал Кобойс». Да. Среди фанаток, да, поклонниц. И, конечно, они взяли себе за правило на каждом субботнем концерте запускать номер с «Мотозалкой Бойс». А кто тогда состоял в коллективе? В коллективе был я, Алишер, и с нами был Али. Али Акапов. Да, наш брат по сей день, друг. И вот как-то так мы участвовали все. И мы, кстати, жили в одной комнате, что ни странно. Да, у нас на «Фабрике звезд» были комнаты, нам поделили. И вот как-то нам вместе досталась комната. И мы на какой-то момент мы даже думали, блин, это судьба, наверное, что вот так все вместе складывается. Да. Но в итоге Али Акапов отказался, да? Да, и мы обсуждали это сами, и еще не зная того, что будет, что нам предложат контракт, что с нас хотят сделать группу. И расскажи, как это происходило? Мне на самом деле очень интересно. Байгали озвучил это, либо Ренат Гайсин? Ну вот изначально никто ничего не озвучивал, никто ничего не обещал. То есть мы изначально думали, что закончится проект, и каждый пойдет восвоясь. И я, конечно же, как любящий помечтать мальчишка, наивный, мы как-то легли спать, выключили свет, и я говорю, пацаны, знаете, мне кажется, у меня такое предчувствие, что нам контракт предложат втроем. Конечно, надо мной посмеялись дружно, но когда этот контракт нам предложили, на меня посмотрели так и сказали, блин, Равиль, ты как... Что-то в тебе есть, техника портится, выходит из строя, плюс еще будущее предвидишь, ну, смотрю. Не прям будущее предвижу, но вот именно на этот момент я как-то подумал, что действительно, раз каждый субботний концерт нам дают номер, и это уже взяли за правило, и видя резонанс, я думал, что, скорее всего, что-то из этого будут пробовать делать. Но в самом начале контракт нам не предложили. Ну да, это произошло потом. Через время, попозже. Да, попозже, да, прошел год. Даже год прошел. Да, и вот через год на меня посмотрели и сказали. Но Али был изначально против того, что он будет с нами в группе. Да, он еще тогда в той комнате на «Фабрике звезд», он говорил, ребят, я это все прошел, я это все знаю, у меня есть планы, цели, ну вот как сейчас вы видите. Да, да. Да, и простите меня, я, да, и честно, откровенно сказал, что он не будет участвовать в группе. Ну и хорошо, у нас есть Баттер. А как приняли Баттера? Баттера приняли, тоже это целая история, Баттера мы приняли, в общем, нам в один прекрасный вечер, вот через год, спустя год, в один прекрасный вечер мне звонит дядя Ренат наш, Ренат Гайсин, и говорит, Равиль, ты можешь подъехать ко мне на студию, есть разговор?
Ну, естественно, я подъехал на студию. И я зашел, смотрю, сидят ребята. Ленса Макенов, Батер сидит, вот Ржан Тасабеков наш, Алишер сидит, Али. Все такие озабоченные, что-то думают, что-то разговаривают, обсуждают. Я говорю, ну, я... Им тут Ренат меня отводит и говорит... В общем, я ребятам уже все рассказал, объяснил. Мы хотим с дядей Борей представить вас на... Ну, на музыкальном проекте «Новая волна». Я помню этот период. Вы тогда поехали, вы вас только-только собрали, да, да, насколько да, я... Да, мы, говорит, хотим, как бы это, ну, мы должны отдать вам свою дань того, что вот вы были у нас на проекте, и как бы прошел год, мы хотим вот сделать вам вот такой вот, как бы, ну, предложить свою помощь в плане музыкальном, и, ну, чтобы вы поехали и себя показали там. Конечно, я не мог отказаться от такого предложения, тем более, когда такие люди предлагают. Изначально мы поехали как дуэт с Алишером. Ну, нас они собирались отправить как дуэт Алишер и я. И вот. Батер как сольный. И Батер как сольный, он, да. Он мне это тоже рассказывал. Да, Батер сильный вокалист, очень, у него очень мощный голос, хороший. И они думали, что кто-то из нас, либо мы вдвоем как дуэт, либо как Батер сольный исполнитель, кто-то должен пройти. Да, ну, если, конечно, себя правильно покажет, красиво. И мы, в общем, начали готовиться. Конечно, мы доготовились как дуэт, Батер как сольный, свои лучшие песни. В общем, занимались, месяц там готовились. Пришло время ехать в Москву на, ну, на отборочный кастинг. И там, в Москве, мы как-то сидели в ресторане, вот у Байгали. У него, получается, в цокольном этаже караоке. Да-да-да, я знаю. В цокольном этаже караоке. И он говорит: ребят, ну давайте, спойте мне свои песни, то, что знаете, может быть, я что-то порекомендую вам. И в этот момент вот Байгали и Ренат увидели, как мы вместе что-то подбираем, что-то поем. И, не знаю, в тот момент, может быть, какая-то магия была, может быть, они услышали какое-то голосовое сочетание, может быть, они увидели нас, что мы втроем как-то, ну, интересно смотримся. Ну, в общем, они увидели нашу троицу воедино. И решили на конкурс, на кастинг, на «Новую волну» вас представить как группу. Группу, да. Уже. Как группу, у которой нет названия. Долго придумывалось название. Кто придумал название? Название менялось... Сейчас скажу. Ну, все начиналось с Мотозалки Бойс. Мы поехали как Мотозалка Бойс, конечно. Когда Александр Давидович Ревзин, режиссер, постановщик, ну, скажем так, главный организатор этого мероприятия, сказал, что это название, ребята, не пойдет, и вам нужно что-то делать, порекомендовал нам его поменять, и мы долго думали и назвались «Бедуин», группа «Бедуин». И когда... Уже в самой Юрмале Александр Давидович вызывает на репетицию артистов, и когда он сказал: группа «Бабуин» на сцену, все засмеялись. Мы сами тоже так... И здесь было принято решение, что здесь тоже нужно. Моментально, причем было принято решение, чтобы меняться. Хотя в афишах, если вот поднять старые афиши, мы там как группа «Бедуин». Как «Бедуин». Да. Конечно, мы начали экстренно менять название. И в один прекрасный день, вот уже за день до участия на конкурсе, дядя Боря собрал нас и сказал: ребят, теперь мы группа «Джигитс». Но я решил еще сделать приставку, ну, «The Джигитс». The Джигитс. Это, ну, дядя Боря у нас, он огромный фанат группы «Битлз», конечно. Он обожает Маккартни, музыку и... Ну, ему это близко очень. И он говорит: ну, как «The Beatles» мы будем «The Jiggets». И вот все, по сей день мы «The Jiggets». Сейчас мы видим результат работы Байгали Серкибаева, Рената Гайсина и в целом проекта «The Jiggets». Вы очень сейчас успешны. И также, конечно, меня интересует вопрос, поскольку вы вроде бы казахстанский проект, но и в то же время позиционируете сейчас уже себя как российский проект. И живете вы в Москве. И, насколько я понимаю, большую часть своей жизни и творческой жизни вы находитесь в Москве. Как получается строить личную жизнь на два города? Я знаю, что ты женат. У тебя ребенок есть. Да, у меня дочь. Дочь у тебя. Пока что они здесь. В Алмате находятся. Да, они здесь, я там. Ну, такая жизнь у артистов. Ну, любую профессию взять, везде надо, чтобы прийти к успеху. И
работать, зарабатывать какие-то деньги, это надо жертвовать. Вот в моем случае я жертвую собой. Я могу сказать одно. Равиль очень старательный. И несмотря на то, что у него, в отличие от других ребят, посложнее ситуация, то есть он семейный человек, у него есть супруга, у него есть дочь, и он гастролирует, и, на мой взгляд, конечно, ему тяжелее. Без дочери, без супруги. Семья его поддерживает, это очень важно. Когда мужчина часто отсутствует, наверное, это тяжело. Но Наташе огромное спасибо за понимание и за поддержку. Таких людей, таких артистов, растущих, талантливых, красивых внутренне, и внешне нужно поддерживать всегда. Вот к чему он идет, к чему он стремится в своем, в своей карьере, на своем творческом пути. Пусть у него все получается, пусть у него всегда спорится все. Но желания нет перевести семью в Москву. Все-таки большую часть, насколько я понимаю, может, ты можешь меня поправить, да. Вы находитесь в Москве. Если честно, я бы мог спокойно давно это сделать, и у меня есть возможность, и... Все для того, чтобы перевести но я понимаю, что просто моей супруге с маленьким ребенком одной будет сложно в Москве, в таком огромном мегаполисе. Но я нахожусь в Москве, но это не значит, что я буду сидеть дома. Мы не сидим дома в Москве. У нас постоянно, если брать Алмату, здесь как бы в режиме нон-стоп, мы работаем, что-то, какие-то постоянно действия, что-то происходит, то в Москве это в 10 раз мощнее. Мы постоянно что-то делаем, мы постоянно работаем. Студийные записи, промо, выступления, съемки на телеканалах. Если у нас музыкальных каналов на пальцах пересчитать, в России их десятки. И их надо все оббежать, везде сняться, везде выступить. Потом мы постоянно летаем. То есть вы даже не находимся в Москве постоянно, да. Бывают такие, когда выпадают там 2-3 дня. 2-3 дня. Но эти 2-3 дня это из месяца. Ну и в любом случае дома. Они рабочие, да, наверное? Нет, ну вот бывает 2-3 дня. Когда выходные в месяц. Не надо ничего записывать, не надо никуда идти, ничего делать, не репетировать. Во-первых, мы репетируем каждый день. Мы собираемся, когда мы в Москве, мы каждый день репетируем. Да, это надо, потому что конкуренция очень высокая. Ну, мы выступаем в клубах там, и артистов очень много. Огромное количество, и каждый один краше другого. И чтобы, как говорится, не выбиваться и быть интересным, чтобы тебя покупали, твой продукт, надо быть в форме. А как ты встретил свою супругу? Свою супругу я не встречал, мы фактически знакомы с детства. Правда? Это лучшая подруга моей сестренки, причем лучшая подруга детства. И мы как-то вместе росли, постоянно на каких-то мероприятиях, всегда вместе. Конечно, до 16-17 лет я и не мог ее рассматривать как женщину, ну, как девушку. Потому что, ну, она была девочка, и, конечно, у меня был интерес более к взрослым девушкам. А когда подросла, расцвела, и вроде знакомы, и красивая, я вообще, если честно, забрал свою супругу с модельного агентства. Правда? Да, ей предлагали контракт. Она на тот момент не работала моделью, только предлагали. Нет, она работала. Уже работала. Она была действующая модель. Причем она не просто модель, она манекенщица, которая ходит по подиуму. Да, она высокая, она выше меня ростом, кстати. Ты ей запретил заниматься любимым делом? Ну, в какой-то момент я поставил вопрос ребром. Да. И за что я, наверное... Ну, вот сейчас, находясь в этой ситуации, как бы я бы задумался. А стоит ли лишать человека его мечты? На тот момент я был немного эгоистичен, ну, молодой. И молод. Амбициозный. Да. Я тебе все куплю, все подарю, все сделаю. Дай мне чуть-чуть время и посвяти себя мне. И она пошла на эту жертву, насколько я понимаю. Да, да. Ну, я стараюсь сейчас. А если бы она тебе сказала, откажись от своей мечты? Нет, она говорила. А, она говорила. Она говорила, то есть она тоже... Да, был какой-то период, скажем так, критически. Ну, в жизни же не все гладко, но вы понимаете, да? Был какой-то период критический, что якобы так не пойдет, и надо что-то менять. А когда вы встречались, ты еще не был в группе,
Ты еще не был в «Фабрике звезд» или это происходило уже после «Фабрики»? Я еще не был в «Фабрике». То есть мы начали встречаться, когда ей было 16 лет, а мне 18. Это вот как раз тот период, когда я... Когда ты в ресторан устроился работать. Когда я в ресторанах работал, да. Это был тот период. И она в тот период тебе тоже поставила вопрос ребром? Нет, в тот период ее все устраивало, потому что мы были вместе постоянно. Я как бы был в городе, и мы могли в любой момент встретиться. Но когда вот, возник этот вопрос? Когда я был на «Фабрике звезд», мы же 3 месяца жили в «Звездном доме», и, ну, она, конечно, честно все, как бы ничего мне не говорила, ждала. А когда, как бы я, ну, у меня пошла популярность, это было такое, после «Фабрики звезд» был такой всплеск, конечно, повышенное внимание. Поклонницы. Да, поклонницы, какие-то контракты, что-то, какие-то предложения. Вот тогда она мне поставила вопрос на тот момент. Я, конечно, человек, не, скажем так, не черствый и... как бы стараюсь не обижать людей, я как-то нашел выход и сказал, что так не пойдет, что я карьерист, я люблю свою профессию, свою работу, но и тебя терять не хочу. И вот как-то я нашел вот этот баланс, что и она вроде не против, и мы вместе. И я на своей работе, на своей профессии. А через год после «Фабрики» поступил контракт от Байгали, чтобы петь в группе. Да. Тогда не было кризиса того, что ты будешь жить в России большую часть времени? Ну, первые полгода, скажем так, было сложно, тяжело, а потом нормально. Сейчас она уже смирилась, тебя поддерживает, да, с тем, да. что сейчас ты... Сейчас она меня полностью поддерживает, целиком и полностью. И, и у нас с ней есть цели. В плане меня, ну, какие-то общие. Потому что она пожертвовала собой ради меня. И, конечно... Она живет сейчас твоими целями. Она живет моими целями, и она меня поддерживает полностью, за что ей большое спасибо. А скажи мне, пожалуйста, если она сейчас скажет, я хочу вернуться в модельный бизнес, я хочу строить карьеру свою. Знаете, я наверное, не буду против. Не будешь уже сейчас против. Я не буду против. А почему? Да. Повзрослел, наверное. Как что-то для себя, какие-то выводы сделал, наверное, в жизни. Что, может быть, не так это все и плохо. Равиль, у нас также в программе есть рубрика, где вопросы задают наши зрители, уже интересующиеся вашей профессией, твоей личной жизнью. Я очень прошу тебя ответить на них искренне и откровенно. Можете ли вы пойти по головам? Нет, по головам идти я не смогу. Благо у меня мои родители, порядочные, хорошие люди, которые в свое время объяснили мне, что любое неправильное действие и любое зло, оно однажды возвращается. Есть ли жизнь после смерти? Есть. Прочитал и Библию, и Коран. И даже немножко в буддизм окунулся. Жизнь на том свете есть. Когда последний раз вы себя чувствовали счастливым? Стараюсь всегда во всем находить позитив. И даже в сложные минуты жизни стараюсь быть на позитиве. Вспомните самый неудачный день. Ну, самый неудачный день — это был 2015 год. Я участвовал на музыкальном проекте X-Factor. Ну, вот оставался последний шаг до финалистов, до той десятки, которая будет... на которую упадет все внимание и все, как говорится, лавры. Я не дошел. В этот день у нас было какое-то мероприятие, все родственники собрались. И я просто закрылся в комнате, лег на кровати и лежал, наверное, неделю. Вы когда-нибудь нарушали обещания? То, что несет в себе ответственность, я никогда не нарушал таких обещаний. А то, что касается, может быть, каких-то несерьезных, там, ну, пойти потусоваться и где-то не явился, такое, может быть, было. Что в жизни самое главное? Семья, карьера.
Равиль, спасибо большое за интервью. На многие вопросы ты, может быть, и не хотел отвечать, но мне очень приятно, что ты рассказал личные какие-то моменты жизненные твои. Спасибо тебе огромное. Счастья твоей семье, успехов в работе. Угу. Приезжайте почаще в Казахстан. Спасибо большое. Спасибо. Очень приятно было с вами побеседовать.